Саша. Сегодня очередной туториал на тему, как хантиться на шибурак демонах. Сейчас покажу, где они находятся и как какова моя тактика. То бишь, как я их убиваю вообще. Какой лут с них падает и так далее. В общем, сет. Мы пойдем на огненных шибураков. Сет нам нужен все от огня. Ну, за исключением, соответственно, ботинок. Туда мы вставляем софтбутсы. Вот. Далее. Для ханта нам будет необходимы стоны шавруны. Они уже забиты у нас на кнопку. Немножко издишек возьмем с собой. И, в принципе, все. Ну и маны. Маны берем немного, там она, в принципе, не особо сильно нужна. Но так как я собирался у ЕК вставать, поэтому все-таки возьму побольше. Начинаем в Эдроне. Локация. Это местный замок. Здесь Денель. Ну и, в принципе, потопали. Находятся демоны у нас в Хера Кейв. Там же, где аннихилятор. Сейчас мы туда дойдем. По пути ничего сложного. Единственное, что в самой пещере надо будет немножко зачистить. В принципе, там этих шибураков немного, но лут с них хороший сыпется в плане для начинающих магов. Отбивать там деньги, в принципе, крутяк, можно так сказать. Сейчас посмотрим, что мы сможем там сделать. Вообще, сколько экспы там идет в час. Сейчас мы это все увидим. Это Hero Cave. Сделаю чуть поближе карту, чтобы увидеть. Здесь лучше, конечно, исчезнуть, потому что вот эта вся мелочевка, которая по дороге, просто надоест к вам цепляться. Стамину тратить на них не особо хочется, поэтому пробежим на Invisible. Здесь у нас первый герой. Я их пробегаю. Шабурак демоны между собой воюют. У них две фракции. Одна огненная, вторая земляные. Соответственно, на огненных лучше действует земля почти в 30 раз. Поэтому мы пойдем на них, так как более готовы к ним. Можно, конечно, с собой брать два сета и зачищать полностью всю пещеру, но мне это пока не интересно. Хочу показать хант хотя бы на первых. Кстати, да, забыл сказать, по дороге здесь варлок, так что аккуратнее. Можно его тупо пробежать, а можно убить, без разницы, кому как удобнее. Мне это лишняя экспа, она никогда не помешает. А вот, соответственно, телепорт. Туда заходим, здесь стоит НПЦ. Не знаю, что ей говорить, ни разу даже не смотрел, кто она и для чего она. И вот, в принципе, мы уже на той локации, которая нам нужна. Здесь демонюги эти живут.
Я буду с Эксурой Гран. Неохота много кнопок забивать, поэтому попробуем на ней. Соответственно, на остальные кнопки забил обычную магию. Это Terra Wave. Такая вот штука. И обычную Core. Обычную стенку, соответственно. И УЕшку. Сейчас посмотрим, как это все на них работает. Насколько эти 30% хороши. Вот у нас первый пошел. А, да, и забыл еще сказать, что обязательно палку одевайте, которая дает дэмэдж к земле. Будем стараться собирать их побольше. Так как у нас тут... Упс, промахнулся. Все-таки руны массовые. Давайте будем бить массами. Ну, смотрите, сколько золота с них падает. Одного мы будем добивать по одному. Ну, в принципе, не опасен один. Да и дэмэдж у него, если мы в магма-сете, то, в принципе, не так страшно. Смотрите, здесь у нас уже бегают другие шибураки, которых мы трогать не будем. У них локация вот здесь вот. Дележка. Поставим, чтобы нам туда не забегать. Здесь он один. На них физикл тоже хорошо действует. Но, конечно, плюс у них к физику не такой. Поэтому, если вы сюда придете паладином или к найтам, то, в принципе, здесь не особо много-то получите экспы. Сейчас попробуем УЕ на них нарисовать. Такое вот УЕ было. Что-то я все промахиваюсь. Непривычно кнопочки переставил. Не очень удобно. Обычно Shift F6 стоит стенка, но думаю, поставлю поближе, раз уж на них пошел, и ничего кроме этого использовать не буду. Вот это был, в принципе, первый этаж. Как видите, их здесь не очень много. Вот этих не надо нам трогать, они будут только мешаться. Пошел второй этаж. Лучше, конечно, их зажимать и толпой гасить. Толпой интереснее все-таки. Шибурак демонов существует несколько видов. Насколько я помню, их три. Сейчас мы здесь их зачистим. По-моему, даже на следующих уровнях уже другие шибураки идут. Сейчас здесь посмотрим еще, кто у нас есть. Их тут, в принципе, не так много, чтобы вообще какой-то вред нам нанесли. Поэтому потихоньку. Сначала покажу, что здесь вообще есть. А потом посмотрите сами. Стоит вообще сюда идти или нет. Они, засранцы, еще паралички дают. Неприятно передвигаться. Постоянно Иксуру култовать — это достаточно муторно. Проще ползком, пока она сама не пропадет, либо когда не понадобится нам Иксуру кулдовать. Так, ну, смотрите, на втором этаже, когда мы уже поднялись, тут уже нет прохода к другим шибуракам.
пусть тут только огненные, что, в принципе, хорошо, потому что вы не будете путаться. И забегать к тем зеленым, они нафиг не нужны, и на них не действует терра, поэтому стараюсь туда не заходить вообще. Но, как видите, здесь уже побольше демонюк. Но все равно не так много, чтобы они были опасны. Соберем толпишку. И будем их потихонечку убивать. В принципе, урон нормальный, кстати, от даже вот этих слабеньких рунок, почти по 400. От где-то 200 до 400. Лут, опять же говорю, очень-очень много денег. Вот, кстати, падают спирсы. Что, в принципе, хорошо для паладина-то. Так как затрат-то почти нет. Забыл совсем про ману. Думаю, что-то не кастуется у меня. У Ешек слишком много написал. Она у меня вся. Кончилось. Вот такой, в принципе, респ. Все три этажа. Но, учитывая, какой я уровень, я это все быстренько зачистил. Поэтому не составило огромного труда. Но абсолютно идентичный респ у зеленых. Поэтому, если вы респ зачистили, то тут уже появляется их, соответственно, меньше. Быстрее убивать будете, меньше урона вам будут наносить. И у нас здесь 310 тысяч. Сейчас это с зеленой стаминой. Но все-таки старайтесь кучками собирать. Так интересней. Ой-ой. Что-то я не то прописал. Ну да ладно. Бывает. Мана шилд. Тут немного, то есть будете успевать весь респ проходить. Поэтому особо не бойтесь. Они, кстати, между собой тоже дерутся. Можно поугарать, потом посмотреть, как они друг друга убивать будут. Вот такой вот хантик. Не особо сложный, но приятный. И если здесь аккуратненько лазить, то, ну, в принципе, даже на одной мане... Денег можно здесь выносить достаточно много. Вот. Ну, не забывайте все-таки ману пополнять. Потому что у меня периодически такая болезнь есть. Прям забываю про нее совершенно. Особенно, когда много всего прописываешь. Вот. И
и как-то про нее забываю постоянно. Частенько были такие ситуации, когда чуть ли не умирал из-за этого, но ничего не поделаешь. Шабурак демона, блин. Очень интересно, я, кстати, не видел огромных, пока еще не смотрел вообще, где локация с ними. А, там вообще шикарные, говорят, респамы. Но пока этого не видел. Здесь так, вот эти мелкие только бегают, они не очень сильные. Хотя мне и здесь удавалось умирать пару раз. Слишком много я налурил, что просто не потянул. Ну, такой вот респик. Я думаю, на этом мы закончим. Все и так понятно. Ничего сложного. Запасайтесь земляными рунками. Маной. В принципе, можно вот на одной иксоре здесь бегать. И не так затратно будет. Потому что маны побольше. И мэджик качается, и экспайдят. Наверное, на этом все. С вами была Тибека Страша, Шабурак Демоны. Всем пока!